Ребята, привет! Это снова я, прикиньте, если что, меня зовут до сих пор Даша. В связи с тем, что я переехала в другой город и устроилась на работу, то вы, наверное, заметили, что видео начали выходить намного реже. Но, во всяком случае, сегодня у нас будет новый разбор, но перед тем я хочу сказать клевую новость. Дело в том, что меня очень часто спрашивают, Дарья, что у тебя за фирма укулеле? И я так часто об этом, видимо, говорила, что у меня укулеле Flight, что ребята с Denaton.ru предложили мне стать амбассадором фирмы Flight. Что это значит? То есть я теперь как представительница этого бренда, что я теперь крутая, мне пишут в личку о всяких предложениях. Они сделали клевый ништяк для моих зрителей, а именно при покупке укулеле Flight на их официальном сайте Denaton.ru есть промокод на 10%. Это ж обалдеть! Поэтому заходите на сайт Denaton.ru, покупайте укулеле, и по промокоду DASHKIRPICH у вас будет скидка в 10%. Ну а мы начинаем новый разбор. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать песню Алены Швец «Звезды». Мало того, что эту песню мы разберем в оригинальной тональности, так еще с оригинальным боем. Обо всем порядку, поехали! И для начала давайте мы ее сыграем. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Уже заряжена в столе 2 пули воздух. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Лежат 2 трупа на траве, глядят на звезды. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Уже заряжен на столе 2 пули воздух. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Лежат 2 трупа на траве. Сегодня ты меня убьешь. Сегодня ты меня убьешь. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Уже заряжен на столе 2 пули воздух. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Лежат 2 трупа на траве, глядят на звезды, звезды, звезды. Звезды, сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Уже заряжен на столе 2 пули воздух. Сегодня ты меня убьешь в 3 ночи поздно. Лежат 2 трупа на траве. Разбор на укулеле. Вся песня состоит из 4 аккордов, но они не как всегда у нас АМ, АФГ. А нет, тут уже немножечко поинтереснее. И первый аккорд, аккорд FM. Мы ставим палец на 4-ю струну первого лада. Потом 2-я струна тоже на 1-м ладу. И 1-я струна на 3-м ладу. 2-й аккорд у нас CM, по-другому до минор. Мы зажимаем на 3-м ладу 3-ю, 2-ю и 1-ю струну. И 3-й аккорд, D-решетка, по-другому Ре диез. Мы ставим 1-ю струну на 1-м ладу. И 2-ю, 3-ю струну мы зажимаем на 3-м ладу. И 4-й аккорд, аккорд А диез, по-другому Ля диез, или по-другому Си бемоль. Очень сложное название одного аккорда, но просто пока запомните аккорд, почему так, я вам расскажу в следующих видео. Итак, аккорд А диез. Мы зажимаем барре на 1-м ладу. Затем зажимаем 3-ю струну на 2-м ладу. И 4-ю струну на 3-м ладу. Получается FM, CM, D диез и А диез. Еще раз. FM, CM, D диез, А диез. Разбор на укулеле. На протяжении всей песни эти аккорды повторяются в этом же расположении. Как вы, наверное, заметили по этой песне, постоянно повторяются эти 4 строчки, но в разных частях. То появляется, то заглушка.
То мы где-то играем один удар, где-то мы делаем просто несколько ударов на один аккорд, где-то мы играем прям полноценный бой. Более подробно я списала это все в раздаточном материале, обязательно его откройте, посмотрите, я прям везде прям прописала, где что получается. Но самое распространенное в этой игре это бой, о бое мы сейчас как раз и поговорим. Бой в песне вниз-вниз, вверх-вверх, вниз-вниз, вверх. Данный рисунок боя повторяется на один аккорд один раз. И получается. Разбор на укулеле. И чтобы быстро переставлять аккорды с боем, отдельно нужно выучить эти аккорды. Сначала мы их хорошо прорепетировали. Потом отрепетировали бой. И уже потом соединили. Разбор на укулеле. Есть в песне момент, когда мы ударяем по корпусу. Он у нас играется после слов «лежат два трупа на траве». То есть мы сыграли. Здесь мы уже на аккорд АДС сыграем не полностью бой, а только удар вниз. И затем три удара по корпусу. Раз, два, три. Лежат два трупа на траве. Раз, два, три. Еще раз. Лежат два трупа на траве. Раз, два, три. Разбор на укулеле. Далее у нас идет переход, сохраняется такой же бой. Но концовочка этого перехода, естественно, немножко другая. Мы также играем D диез. А диез мы играем удары вниз и при этом поем закрытый М. И все эти удары вниз мы с каждым разом играем все сильнее. По-другому это крещендо. Что такое крещендо, я рассказывала в видео про динамику. Где-то здесь появилось. По порядку. Что нужно делать? То есть опять мы играем D-DS боем. А на ADS, когда мы его будем играть удары вниз на крещендо. Уже на каменном столе. И опять мы начинаем играть тот же самый бой и те же самые аккорды. Сегодня ты меня убьешь. Ля-ля-ля-ля-ля. Потом у нас идет опять же тот же самый бой, но мы повторяем слово звезды, 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 звезды. Как это выглядит? Звезды, 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 звезды. И опять вспоминаем концовку, глядя на звезды, на АДС. Все это опять на крещендо. Если вы понимаете, что вы ничего не понимаете, откройте, пожалуйста, сейчас раздаточный материал. Еще раз. С этим переходом звезды-звезды. То есть... Звезды, 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 звезды. Глядя на звезды. Угу. И концовку мы две строчки играем на удар вниз. То есть... Сегодня ты меня убьешь, три ночи поздно. Уже заряжен на столе две пули в воздух. И последние две строчки мы опять играем с тем же самым боем. Сегодня ты меня убьешь, три ночи поздно. Лежат два трупа на траве, глядя на звезды. Вот и все. Ну, как всегда, если тебе понравился этот разбор, то поставь лайк, подпишись на канал, также пиши в комментариях, какую следующую песню мне разобрать. Да, вы что думаете, я не читаю эти комментарии, я читаю все и пишу список песен, которые нужно будет разобрать. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!